Возле санатория Карпат, напротив, есть такое прекрасное озеро. И такой вот красивый лес, который уже тронули краски осени. И мы нашли лебедей. Лебеди очень голодные, просят, чтобы их кормили. Мы пришли, у нас были тоже хлебушек. И мы тоже их немножко подкормили. А вы что, так уже быстро весь хлеб отдали? Настя. Да. Боже, за секунду. А то он плеве что-то с лапкой у него. Да, а видели, что лапки у них черненькие, в общем-то, да? Ну, в общем, эти лебеди уже ж похолодало, осень, так они похожи на обычных уток. Конечно, летом, когда они красиво складывают свои перышки, крылышки, красивее. Дальше утки. Но утки, видать, не голодные. О. Так оно в воде, печеньки ж в воде это раскиснут. И... О, так они еще бьются за то печенье. Ах, печеньки вкуснее, оно не так раскисает, а хлеб сразу. Они тоже боятся, оказывается. Да? Говорят, что один прям на берег выходит, просит кушать. А мы просто вышли к озеру и увидели. Красота. Звуки издают. Похожее на хрюканье. Настя говорит. Они уже наедятся, то у нас было две булочки, что эти две булочки за секунду выкормили. Ну, в общем, такая красота. Если вам понравились такие прекрасные птицы, как лебеди, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока-пока.